Костромин Даниил. Костромин Даниил. Головко Антон. Головко. Готовится спортсмены весом до 66 килограммов. Матасин Владимир. Шуглов Григорий. Оценка хорошо, если не получится, по крайней мере, ты будешь активным борцом. То есть в течение первых 15 секунд попробуй разогнать через голову. Подсадок голени. А там разберешься. Потому что даже если оценки не будет, по крайней мере, определят, что ты активный борец. То есть сделай 1-2 атаки за первые 30 секунд. Антон, Тульская область.